Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». Я от всей души рада вас приветствовать. На моем канале вы можете получить ответы на практически любые вопросы, улучшить все сферы жизни и исполнить любое, даже самое невероятное желание. Сегодня хочу посмотреть, что же у вас с ним будет реально. Ну, а так как я включаю и мальчиков, которые смотрят мой канал, с ним это имеется в виду с загаданным вами человеком. Сконцентрируйтесь на человеке, о котором вы хотите узнать. Представьте его или ее лицо, представьте улыбку, представьте, как он или она двигается, и улыбнитесь. Ну и, конечно же, похвалите себя и сделайте себе комплимент. Ну а я посмотрю, что же у вас реально будет загаданным человеком. Вы готовы? Смотрим. Реально будет встреча. Ну и хочу сказать, что эта встреча будет в самое ближайшее время. По этой карте, в принципе, если смотреть на всю символику, то в пределах 9 дней может быть встреча, а даже если нет, то вы финализируете планы на вашу встречу. Также реально вы поймете, вы узнаете, для каждого в зависимости от формата отношений, вы поймете или вы узнаете, что человек относится к вам нежно, с добротой. И вы поймете или узнаете, что на этого человека можно рассчитывать, по крайней мере, как на хорошего друга. Ну и, конечно, эта встреча, которая произойдет, будет прекрасной. По всем этим картам я могу сказать, что человек, которого вы загадали, заинтересован или заинтересована в вас. Только для девочек хочу сказать, не торопите события. Я знаю, когда хочется, когда торопишь, самое интересное, что когда мы начинаем торопить и хвататься, мы оттягиваем это, мы продлеваем это ожидание. Поэтому, девочки, знайте то, что я вам сказала, и просто предвкушайте. Если это мужчина, с которым вы уже встречаетесь, то произойдут прекрасные изменения, произойдет именно узнавание и сближение. И я вижу это по этой карте, по этим картам. По этой карте я могу сказать, что с этим мужчиной можно строить отношения. Он готов вкладываться, он готов к тому, чтобы быть рядом с вами. Для мальчиков. Девочка, да, готова. Девочка, да, заинтересована. Тут срабатывает немножечко по-другому. Тут срабатывает, что именно вы должны показать девочке, что прежде всего вы друг, что прежде всего вы человек, на которого девочка может положиться. И
соответственно, после того, как она это осознает, ждет действительно сближение и улучшение отношений. Для тех, у кого ссора, разрыв, расставание или развод, не торопите встречу. Это первое, что я хочу сказать, что мальчики, что девочки. Осознайте, что произошло. Просто осознайте, что же произошло, почему это произошло. Дело в том, что я против возврата отношений. Объясняю, и я это объясняю практически в каждом видео на отношения. По той простой причине, мои дорогие, что те отношения, которые были, они же привели к ссоре, к разрыву, к расставанию или к разводу. Поэтому возвращать нечего. Даже если вы вернете человека, и вы не поменяетесь внутри, и человек не поменяется, вы придете к тому же самому, что произошло сейчас. Это тяжело, это действительно тяжело полностью простить, полностью отпустить, полностью изменить свое внутреннее состояние. И только тогда, если еще останется какой-то интерес к этому человеку, можно, начиная опять, начиная с осторожных встреч и начиная с чистого листа и изменив полностью отношения, можно попробовать что-то сделать и попробовать не возобновить отношения, а начать новые отношения. Кстати, этим я часто занимаюсь на личных консультациях и на консультациях именно по саморазвитию. Поэтому, если кого-то это интересует, пожалуйста, обращайтесь. Я вам пошагово распишу, что надо делать. Это время, это работа над собой прежде всего. Иногда мои клиенты и клиентки, работая над собой, меняются так, что те бывшие, первое, возвращаются сами, а второе, из-за того, что мои клиенты и клиентки уже другие, и отношения бывших другое, и тогда можно пробовать что-то делать. Поэтому я для этого формата уже отношений или бывших отношений я тоже рассказала. А так, реально ждет встреча, реально ждет сближение и реально можно строить планы. Главное, не ожидайте ничего от человека. Просто излучайте. Любите человека, излучайте эту любовь. Дорожите человеком, излучайте это. И самое главное, всегда держите свои границы, чтобы, особенно для девочек, я знаю и я чувствую, что есть девочки, которые терпят. Ни в коем случае терпеть никогда нельзя. Главное – это любовь к себе, уважение и доверие себе. И тогда все вокруг, включая партнеров, будут также к вам относиться. Для мальчиков все то же самое, с той разницей, что все-таки по рангу действовать и показывать было бы здорово вам. Наслаждайтесь!